Добрый день, уважаемые тихвинцы! Сегодня у нас радостное событие. Мы открываем новый игровой комплекс для наших детей. В церемонии открытия принимают участие представители власти и руководство объединенной вагонной компании, Тихвинского вагоностроительного завода, строители комплекса, представители жилищно-управляющей компании, а также многие телевизоры и канал. Жилой комплекс «Солнечный», на территории которого мы находимся сейчас, самый крупный жилищный объект в Тихвине, был построен заводом в 2011 году. Сегодня в нем проживают более 3000 горожан. Это не только сотрудники завода, приехавшие из многих регионов России, но и медики, учителя, предприниматели, работники различных социальных и культурных сфер. Среди них много молодых и многодетных семей. В своем роде ЖК «Солнечный» – символ нового развития Тихвина, в основе которого заложен принцип создания современной, комфортной и доступной среды для жизни. Перед началом строительства детского комплекса среди жителей был проведен опрос о месте установки конструкции. При строительстве использованы современные конструкторские и проектные решения, а также экологические материалы. Надеемся, что новый детский игровой комплекс станет интересной площадкой для детских игр, а также местом притяжения горожан, где можно провести время всей семьей. Итак, дорогие друзья, я предоставляю слово советнику генерального директора объединенной вагонной компании Антону Павловичу Лаптеву. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас такой радостный повод. Объединенная вагонная компания очень много, с самого начала деятельности Тихвинского водостроительного завода, очень много внимания уделяет развитию городской среды. Этот объект не первый у нас, и я надеюсь, что он будет очень радовать вас, ваших детей, и наших детей. И надеюсь, что этот объект будет не последний, уже есть планы на будущее. Хочу сказать спасибо от лица объединенной вагонной компании районным властям, которые пошли нам на встречу, подсказали, что именно здесь будет этот комплекс хорошо размещаться. Надеюсь, что у нас таких праздников будет еще больше. Я вижу, просто дети уже в нетерпении, поэтому много говорить не буду. Вообще хотел сказать только, как, знаете, как Чебурашка. Мы строили-строили, мы как-то построили. Уже 10 лет были такие комплексы временные, вот теперь будут постоянные. Я думаю, это не только для жителей этого квартала, а для всех тихвинцев. Спасибо. Спасибо, Антон Павлович. Слово предоставляется председателю комитета по печати Ленинградской области Константину Николаевичу Визерякину. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые тихвинцы. На самом деле, я, наверное, сейчас сожалею о двух вещах. Во-первых, о том, что я не маленький, а во-вторых, что я не живу в Тихвине. Потому что я абсолютно уверен, что моя дочь, которая сейчас 3,5 года, она бы в первых рядах уже бы стояла тут и с удовольствием бы побежала на этот паровоз, который совместными усилиями объединенной вагонной компании администрации Тихвинского района отныне доступен для жителей, маленьких жителей, не только, уверен, этого микрорайона, но и всего Тихвина, для того, чтобы можно было поиграть, ну а может быть еще и выбрать будущую профессию, связанную с градообразующим предприятием. И поэтому это огромнейшее дело. Большое спасибо всем тем, кто принимал в этом участие. Ну и, конечно же, сейчас ждем торжественного момента перерезания ленточки, потому что уверен, что у детей будет занятие до позднего вечера. Спасибо, спасибо. Слово предоставляется главе Тихвинского района Александру Владимировичу Лазаревичу.
Дорогие друзья, хорошее событие, замечательное. Так прекрасно смотрится в этом дворе этот паровозик. Это все для наших детей. Пусть они играют, пусть радуются. Самое главное, чтобы берегли. И тоже пожелание родителям, просто смотреть. Если досочка оторвалась, то, конечно, вовремя лучше ее поправить. Это самое главное. А так, это хорошая традиция. Надеюсь, завод будет ставить и во всех других микрорайонах вот такую красоту. Жалко, у меня дочери 15 лет. Ну, тоже придем, пусть попрыгает. Спасибо большое, с этим праздником вас. Спасибо большое. Слово предоставляется главе администрации Тихвинского района Юрию Алексеевичу Наумову. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Полчаса речь не рассказывать не будем. Хотел бы сказать огромную благодарность нашему вагоностроительному заводу и группе УВК. Сотрудничество муниципалитета Тихвинского, администрации и завода продолжается, как это было и раньше. И вот этот первый объект за последние годы, который мы сегодня открываем. Антопас, я очень надеюсь, что он не последний, что мы в будущем откроем гораздо больше объектов в ближайшие годы. Спасибо огромное нашему заводу и вагоностроительной корпорации, и вам лично. Спасибо. Уважаемые жители, дети, я прошу этот объект беречь, он действительно красивый и достойный. Управляющую компанию прошу этот объект достойно содержать, своевременно ремонтировать, чтобы он и дальше многие-многие годы радовал глаз и использовался нашими детьми. Всех с праздником, поздравляю с хорошим объектом в городе. Спасибо, Алексей. Слово предоставляется депутату нашего округа заводчанину Сергею Исаевичу Рожко. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители и гости нашего праздника. Действительно, сегодня для нашего двора это большой праздник. Нам объединенная вагонокомпания, Тихвинский вагоностроительный, с помощью нашей Тихвинской городской администрации сделали для нашего двора такой шикарный подарок. Поэтому от всех жителей, от детей особенно, вам всем огромное спасибо. И как уже сказали, я думаю, что это не последний объект такого в нашем дворе. Спасибо, с праздником! Спасибо. Дорогие друзья, ну и, конечно, слово представителю всех жильцов, начальнику ЖЭО Марии Николаевне Сусликовой, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые соседи и жители нашего дома. Хотелось бы сказать от всех огромное спасибо администрации Тихвинского района, объединенной вагонной компании. Огромное спасибо нашему депутату Сергею Рожко, конечно, за то, что нам поставили такой объект. Мы будем его беречь, охранять и постараемся все сделать для того, чтобы он долго-долго радовал нас. Всех поздравляю с таким классным объектом. Всем причастным к этому спасибо. Спасибо всем за теплые слова. Итак, мы приступаем к церемонии открытия детского игрового комплекса. Прошу Антона Павловича, Константина Николаевича, Александра Владимировича и Юрия Алексеевича разрезать ленточку и открыть наш комплекс. Средства массовой информации готовятся. Мы просим остаться всех на детской площадке. Мы пригласим вас, ребятки, тогда, когда комплекс будет открыт и будет еще несколько сюрпризов. А сейчас, уважаемые гости, прошу открыть комплекс. Спасибо, спасибо, дорогие друзья! Наш комплекс открыт. Сегодня всех нас и гостей праздника, и родителей, и официальных лиц, которые присутствуют на церемонии открытия, пришли поздравить тоже дети. Музыкальный коллектив «Звезда удачи». Встречайте, аплодируйте! Завода, писана трудом достойным, и у жизни города мы новые.
внедряем технологии, отвечаем делом, мозолистые руки и светлые умы. И то, что нам поручено, сработаем умело. Строители вагонов, дружище, это мы. Дружище, время не ждет. Стране нужны вагоны, современные, так вот. И мощность производства, и качество работ. Тихвинский вагоностроительный завод. Радостно, когда в наше сложное время мы, взрослые, находим возможности делать окружающий нас мир лучше и добрее. Спасибо благотворителям, спасибо строителям, спасибо всем, кто принимал участие в создании еще одной детской радости. Пусть праздник детства продолжается. Дорогие друзья, в добрый путь наша площадка салютует этому событию, а мы аплодисментами благодарим всех, кто ее создавал. Новую детскую игровую площадку. Аплодисменты всем благотворителям, строителям, всем, кто принимал участие в создании еще одной детской радости. С праздником, дорогие друзья! Дорогие дети, теперь этот игровой комплекс ваш. Прошу наших строителей убрать ограждение и пригласить детей на новую детскую игровую площадку. В добрый путь, дорогие друзья! Thank you.
Thank you.
вот это дело, да? Молодцы.